Сегодня ГИБДД города Череповца проводит операцию неочередную по эвакуации транспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения, поставили свое транспортное средство на автобусной остановке. Вот перед вами находится одно из транспортных средств, которое, водитель которого нарушил правила остановки на автобусной остановке. Данное транспортное средство будет задержано, эвакуировано, помещено на специализированную стоянку в дальнейшем на правонарушителя, то есть на водителя данного транспортного средства будет составлено постановление за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Там какие санкции? Задержание транспортного средства и административный штраф 1000 рублей. Просто я торопился, в банк, короче, зашел. Что, если вы торопились, если у вас вынужденная остановка, вы должны включить световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Где у вас световая сигнализация, где знак аварийной остановки? Я думал, выставить. Водительское удостоверение, документ на машину, будьте добры, и страховой полис ОСАГО. В отношении вас будет составлен административный материал.